В Центральной городской библиотеке Мончегорска состоялось итоговое мероприятие проекта «Открываем мир вместе». Напомним, проект «Инклюзивная площадка. Открываем мир вместе», ставший одним из победителей конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель», предусматривает создание условий для самореализации и развития творческого потенциала людей с инвалидностью и организации их досуга. Сегодня, да, мы подводим итоги нашего проекта, мы подводим итоги фестиваля, которым начался проект «Творческая феерия», который как раз и включил в себя огромное количество мероприятий, нацеленных на развитие творчества людей с инвалидностью. И сегодня мы подводим итоги конкурса, который тоже подытожил работу по проекту и пригласили тех людей, которые участвовали в конкурсе, которые заняли призовые места. С удовольствием их поблагодарим за их творчество. Проект «Открываем мир вместе» очень разнообразный. Помимо мастер-классов по различным видам практических навыков и декоративно-прикладного творчества, проходили циклы психологических, юридических консультаций, психологических тренингов для людей с инвалидностью и для родителей, имеющих детей с инвалидностью. Также в рамках проекта были организованы тематические праздники, культурные мероприятия, которые позволяют не только расширить представление людей с инвалидностью об окружающем мире, но и сделать их жизнь ярче.